Мартинет, я иду за тобой. Итак, наша дорога теперь ведет прямиком в интроспект. Мы должны найти и уничтожить нашего злейшего врага, Мартинета. Бежим по знакомым местам, собираем патроны, они нам пригодятся очень сильно. Единственное, что не могу понять, ребят, почему все тут плачутся, все послы ноют о том, что у них нет денег. Вообще, по идее, они уже достигли такого уровня, когда финансовый капитал должен бы слиться с промышленным капиталом. И по логике вещей, если ты и так захапал себе все, то почему бы тебе не заиметь свой карманный банк? Зачем зависеть от другого ростовщика, когда ты сам можешь в рост давать деньги другим? Это непонятно. Вот. А тут не раскрыта тема, кстати говоря, финансовых послов, кто финансами занимается. Да, очень бы интересно было о них посмотреть. Вот здесь, кстати говоря, еще где-то остались охранники в этом доме. Но ладно, ребят, я не буду их искать, честно, мне что-то вот неохота этим заниматься. Я когда проходил в прошлый раз, я их находил где-то там. Там был какой-то секретный проход. Но сейчас мне тупо неохота этим заниматься. Просто давайте уже просто пробежим, дойдем к Мартинету и убьем его. Если будете играть и будете искать этих оставшихся охранников, напишите, если найдете, где они там находились. Вот. Буду вам очень признателен. Так, ну а мы с вами мчимся в интроспект, где нас дожидается наш гнусный наниматель и враг. Сейчас мы будем с ним разбираться, ребят. Но, опять-таки, я не могу понять, почему он меня сразу не убьет, что он ждет, что он дожидается. Вот, заодно мы спасем нашего другана Думейна, который все еще где-то там, в интроспекте, закрыт, где-то замурован. Заблокирован и так далее. Так, вот, поднимаемся по лесенке. И входим, наконец, в то самое последнее посольство. Вот мы в интроспекте, ребята. Вот эти вот штуки, эти вот такие, не знаю, как компьютеры. Я не могу открыть дверь в главную комнату. Защитный код в банках данных создает помехи. Уничтожь 40 банков данных и взломай с помощью ТИТ дверь. Понятно. 40 банков данных вот этих нам надо взорвать. Два я уже взорвал. После этого надо где-то будет найти панель, вскрыть дверь. Я так понимаю, в главную вот эту камеру, где находится наш враг. Ладно, бежим и уничтожаем все банки данных на своем пути. Собственно, в интроспекте больше ничего нам делать и не нужно. Только бегать, искать банки данных и уничтожать их. Вот. После того, как мы уничтожим 40 штук, можно будет открывать дверь посредством ТИДа. Так, что у нас здесь? Уничтожь эти базы данных. Я не могу открыть дверь в главную камеру, пока ты не уничтожишь все это. И поторопись, детонация толстой кишки ждать не будет. Думай, ну ты хоть не угрожай тут, блин, еще сильно угрозами, поторопись. Мы с тобой сейчас вот реально повязаны. Сейчас вот реально меня уже спалили, а это значит, что с секунды на секунду спалят и тебя. Вот, поэтому ты тут давай не это... Лучше помогай мне, нежели тут всякие свои эти, знаешь, еще шпильки вставлять. Мне и без того, блин, не сладко приходится, понимаешь. Так. Ну ладно, мы сейчас, короче, просто все их повзрываем, какие найдем. И будем дальше смотреть, что у нас там в перспективе. Так, здесь у нас какой-то компьютер. Программа мясной куклы ликвидирована. Пользователь отключен. Да, то есть, короче, Мартинет поспешно зачищает следы. Быстренько всех своих вот этих вот... лазутчиков, всех своих вот этих наемных убийц он уничтожает. Но Лотос он пока не может уничтожить, потому что Думейн противится. Так, вот впереди у нас находится какая-то дверь интересная, на которой написано, что это камера колоколообразного сосуда какого-то. Ребята, не там ли Мартинет, кстати говоря? Ну ладно, мы туда пока не пойдем. Давайте в самую крайнюю комнату заглянем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас по-прежнему находятся наши базы данных, эти, которые нужно уничтожить. Просто идем последовательно, все их мочим. Так, здесь тоже база данных, тоже мочим. Вот.
И продвигаемся. Там у нас впереди какая-то дверь. Так, какая-то дверь. Но пока в нее не пойдем. Пройдем дальше, посмотрим, что в этой комнате еще находится. Тут, по-моему, лабиринт тоже не настолько сложный. Он чем-то напоминает Львов Индустрии. Вот именно то место, где находится, где находился Эмиль. Потому что тут тоже кольцо такое и какой-то тупиковый ход. Вот еще одна дверь, ребята. Ну, по-моему, все эти двери тупиковые. Да, вот еще дверь и выход. В дверь мы пока не пойдем, а пойдем на выход. Я что-то припоминаю, что, по-моему, там будет кольцо. Давайте сначала по кольцу пройдем, а потом уже будем двери шерстить. Время у нас пока есть. Вот, таймер пока не тикает, так что все нормально. Что не понравилось, вот, ребят, когда, ну, я встретил Эмиля. Ну, тут, конечно, тоже мы, как бы, был, присутствовал сортирный юмор, как тут, как говорится, без него не обойтись. Но вот в этой игре он был уместен, я считаю. Вот когда показали, когда вот этот вот, знаете, сильный мира сего, вот этот вот могучий чувак, вот этот, который подмял под себя всю промышленность мира, вот, возомнил себя чуть ли не божеством, а сам представляет из себя такое жалкое, убогое зрелище какого-то подключенного к аппарату жизнеобеспечения, бесформенного какую-то хрень, в которой даже органы везде разбросаны по всему помещению, да, по всему посольству. Вот, он без этой машины, без этого аппарата жить не может, у него желудка нет, у него кишечника нет, там говно у него выпадает прям напрямую, короче, из этого блока, в котором его кишки находятся. Выглядит это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, это отвратительно, но это, вот я считаю, это уместный прикол, уместный юмор, как раз вот он вот нам показывает вот то, что вот всю невзрачность вот этого, до чего докатились эти, значит, сильные мира всего, властители мира, блин, на что они превратились, полное ничтожество. Тут какая-то голограмма крутится, не знаю, что это такое, давайте посмотрим. Эти голограммы, все, что осталось от последних технологов-кукловодов, Лотос. Они были уничтожены, когда их партнеры, мясные куклы, подвели Мартинета. Короче говоря, вот как мы выяснили, когда не справляется убийца с заданием Мартинета, то после этого убивают и кукловода, то есть оператора, который управлял им. Вообще-то, конечно, странно, потому что оператор это все-таки как ни крути, они ценнее, чем какие-то обычные наемные убийцы, да? Они все-таки обладают какими-то знаниями, и так их ими разбрасываться, что там, причем расплачиваться за неудачу вот этой подконтрольной куклы, да, тоже как-то странно. Ну, не мне судить Мартинета, как говорится, и понимать его логику. А что не понравилось мне из прошлой заставки, тут вот, видимо, что-то уже юморок хотели еще подкрутить посильнее. Вот с говном прикольная находка была. Вот уместная, реально уместная находка, когда жопно-сортирный юмор был прям кстати. А вот что не понравилось, когда там показывали Лотос, когда у нее там мыслительные процессы работают, то есть она слушает этого Эмиля. У нее, видно, она пытается понять, что он хочет ей рассказать, мне взрывается мозг от того, что он говорит, короче, даже у Лотос, которая не отличается шибким интеллектом каким-то, да, вот. И пока, и включать такие, знаете, юмористические звуковые вставки, знаете, как в мультиках обычно, когда там мультяшка какой-то что-то задумывается, там покажут, либо у него лампочки такие начинают в голове крутиться там, либо вот такие звуки какие-то, вот это вот мне не понравилось, вот это, мне кажется, слишком примитивизировали, ребят, вот это. Как-то зря. Так, тут компьютер еще один. Уничтожьте эти базы данных. Я не могу открыть дверь в главную камеру, пока ты не уничтожишь все это. И поторопись, детонация толстой кишки. Ждать не будет, понятно. Повторение, мать учения, опять. Так, тут у нас еще одна голограмма. Вот. Голограммы эти, я так понимаю, центры связи, как в «Звездных войнах». С кукловодами, то есть с операторами. Когда Мартинет общается с оператором, ну, по удаленке, он видит его через вот эту голограмму. Вот. И вот эти голограммы, это остатки записи, ну, убитых, короче, кукловодов. То есть он их всех уничтожил, я так понимаю, кроме Думейна. Думейн пока еще жив, ну, потому что Лотос еще жива. Хотя я не могу понять, почему... Еще раз не могу понять, почему их двоих не грохнули, не знаю.
Так вот, насчет вот этого, то, что я говорил только что про вот эти звуковые эффекты во время там, ну, такие юмористические, вот это зря уже они сделали. Вот как-то. Я понимаю, что не хотели поприкалываться, уже совсем все в фарс превратить и в шутку, но это уже прям реально портило картину всю. Так, ну что, зайти, посмотреть эту колоколообразную. Колоколообразный сосуд. Что здесь? А, здесь продолжение коридоров. Ладно, давай добивать все, что здесь есть. Хотя, знаете, давайте лучше те двери сначала проверим. Потому что что-то мне сердце подсказывает, что там будет Мартинет дальше. Нам пока рано к нему идти. Потому что я что хочу сказать, все прикольно пока что вот шло по, в плане вот именно вставок вот этих всех обсуждений. Да, они какие-то сумбурные, малопонятные, но они прикольные. Так, а что, мы сюда зайти не можем? Так, Лотос, ну ты чё? Дверь не открывается. Странно. Короче, эта дверь не открывается, ребят. Не могу понять, почему. Может, надо что-то где-то нажать, и она откроется. Так, ладно. Давайте те дверки прошерстим, которые здесь оставались. Вот. Так что вот так, я говорю, что все было прикольно сделано до вот этого момента, когда сделали вот эти вот свистелки-перделки, когда Лотос думает. Ну, это реально даже, ребят, это не смешно, это глупо. Вот, мне показалось это тупым. Ну, опять вот нам про голограммы говорит, теперь уже просто говорит Думейн, напоминает нам зачем-то, мы уже прочитали это на компьютере, а ты нам еще это рассказываешь. Так. Данные, исходный код для оракулов повреждены. Время компиляции не определено. Ну, короче, какие-то оракулы, исходный код. Короче говоря, я так понимаю, что Мартинет приостановил работу над расшифровкой кода, вот этих тайных шифров, что ли. Или Лотос повредил базы данных, поэтому произошел сбой и шифры не досчитались. Короче, эта программа пока временно приостановлена. Видим еще одного кукловода, точнее то, что от него осталось. И еще несколько баз данных. Тоже непонятно, почему они так именно сумбурно разложены по всему посольству. Ну, Эмиль-то понятно, он прятал свои эти контейнеры. А Мартинет, что? И почему у Мартинета нет никаких защитников? Я не понимаю, почему Мартинет, например, нам тут не выставил в оборону вот таких же мясных кукол, как Лотос. Только чтобы заставить их нам противостоять. То есть Лота сюда вломилась, а тут ее уже подстерегают управляемые другими кукловодами, другие мясные марионетки. И мы сражаемся с себе подобными. То есть с людьми в таких же костюмах, короче, биологических. Ну, таких вот, с такими же триггермортисами, короче говоря. Вот тут было бы круто, я считаю. Но Мартинет что-то вообще меня тут разочаровал. В плане того, что у него вообще никакой охраны здесь нет. Он вообще никак не защищает свое посольство, получается. То есть заходи, кто хочет. Блин, что хочешь, делай. Так, ну здесь мы уже были. Да, здесь была первая голограмма. Все, мы, короче, по-моему, уничтожили здесь все процессоры. Нам осталась только вот та закрытая дверь. И вот этот вот колокол. Короче, либо за той закрытой дверью, либо за колоколом, за колокольной этой штукой находится Мартинет. Мне что-то подсказывает, что он находится именно вот там, где... Куда мы не дошли. Но там нам Думейн говорил, что надо дверь открывать. Я пока не нашел никаких терминалов там, да, каких-то таких, в которые можно пристроить тип, чтобы открылось что-то. Так что, я думаю, что, возможно, терминал будет дальше, я туда просто еще не дошел. Вот здесь, да, в этой комнате, Bell Jab Chamber. Вот, мы ее там сейчас еще дозачищаем. Вот, тут что есть. Ну, я так уже думаю, что я просто уже сейчас не считаю даже эти базы данных, но я уже уверен, что я их больше 40 уже уничтожил. Вот. Гораздо больше. Поэтому, в принципе, уже мне должны открыть доступ для к этой двери, за которой там, собственно, скрывается враг. Так, ну вот здесь у нас еще последние вот эти блоки.
Сейчас мы их добьем и пройдем, посмотрим, что здесь. А здесь нас встречает огромнейший монстр. Ребята. Который по нам сразу начинает стрелять с огромной пушки. И еще с чего-то. Вот так дела. Твою же мать! Говорит нам Лотос. И я ее понимаю. Потому что монстряк какой-то действительно большой. Но где он? Это и есть Мартинет? Ну ладно, ладно, ребят, это не Мартинет, конечно. Я как бы знаю, что это не Мартинет. Это всего лишь его телохранитель. Некий какой-то супермутант, блин, который, видимо, не знаю, был собран, может, по заказу тоже какой-нибудь гигиенической клиники. И он, короче, представляет из себя нечто такое, вроде орка такого, или какого-то гигантского, вооруженного до зубов. Сейчас мы к нему подойдем, кстати, вот. Вот сюда нам надо залезть. Там будет нас наверху поджидать Мартинет. А вот здесь у него еще есть несколько этих блоков. Которые, вон, видите, пушка мотается. Это как раз этот супермутант. Как только мы залезем на вот этот вот, да, на эту площадку, он сразу начнет стрелять. Во, он нам, по нам сразу начал шарашить. Шарашит он очень серьезно, ребят. Но весь прикол в том, что как только ты уходишь с этой площадки, он перестает стрелять по тебе. А Мартинет вот там выше находится, его отсюда не видно, вот там, где вот такой диск такой серебряный. Он такой магнетронный такой, левитирующий. И Мартинет зависает как раз над ним. Мартинет похож на такого, знаете, колобка злобного. Но вы еще его увидите. Пока к нему не пойдем. Нам сейчас вот, да, вот эти вот мы постреляли, до которых смогли дотянуться. Все, мы уничтожили все базы данных. Давайте посмотрим, там открылась ли дверь, которая была закрыта. И нам надо еще набрать оружие. Вот что еще нам нужно. Сейчас мы, короче, у нас две задачи. Открыть ту дверь, последнюю. Потому что там, значит, если здесь Мартинет, значит, как мы уже утвердили, то там находится Думейн. Нам надо спасти Думейна, потому что без Думейна по Мартинету стрелять бесполезно. А Думейн, как мы понимаем, он снимает защиту с Мартинета. Мартинет становится уязвимым. Но для этого мы должны освободить Думейна. Думейн, значит, здесь. Все, сейчас мы туда зайдем. Скорее всего, там уже, наверное, дверь-то должна открыться, по идее, потому что мы тут все поуничтожали. А, вот, и даже уже прошли почти к самому боссу финальному. Так, ну, ну. Да что такое? Дверь опять не открывается. Какого фига? Ну что делать-то? Как ее открыть? Что за дела? Да. Но я надеюсь, это не какой-то глюк игры. По идее, дверь-то уже должна открыться. Не понимаю. Не понимаю, ребят. Хоть убейте. Что тут делать? Чё, я еще не нашел? Может, еще остались какие-то банки данных? Или что-то еще? Ладно. Так, давайте так поступим. Давайте поступим так. Давайте сначала сбегаем, да, затаримся оружием. У меня тоже с оружием вообще беда. Я на эти холодильники, блин, весь свой боезапас потратил. А мне тут не помешают ракеты, как раз пулеметы. Ну, потому что по Мартинету тут тоже придется довольно много стрелять. Его этого телохранителя убить невозможно, он неубиваемый. А вот Мартинет-то вполне убиваемый, но много на него надо высаживать, как я помню. Причем тут бывают такие моменты, когда он может даже и заглючить, и вообще стать каким-то непонятным. Когда-то из какого-то места в него можно попасть, то есть он урон получает, а из какого-то нет. Вот это тоже надо будет с этим разбираться. Так что вот так. Ну нет, ребят, вот как бы знаете, вот при всех недостатках, при всех там вот этих каких-то косяках, Meat Puppet, блин, мне очень сильно нравится. Я не знаю, как вам, вот реально, понравилась ли вам эта игра. Вот. Но мне она прям дико нравится. Лотос — это вообще мой любимый персонаж. Она у меня реально занимает место вот в списке, в этом, в хит-параде компьютерных героинь, где-то между Ларой Крофт и Алисой Америка на Маги. Прям определенно жестко она там прям стоит. Потому что, ну, реально прям как-то это...
прикольная героиня, короче, несмотря на всю свою такую одиозность, блин, какую-то вот эту. Еще раз говорю, что все это можно обосновать, все это можно... Над всем этим можно поразмыслить, и становится просто прикольно, начинаешь реально... Начинается какое-то все равно в итоге какое-то сопереживание. Хочешь, не хочешь, но как-то хочешь довести это... Как-то стремишься довести это дело до конца. Вот, мы уже почти, тем более, у цели. Мы почти сейчас готовы просто наказать нашего обидчика. Вот. И таки узнать, что же будет дальше с нашими героями. Вот, а пока... Сделаем такой еще небольшой рывок. Тем более, пока время позволяет. Подзапасемся патронами и будем, значит, это уже подготовленными и серьезно настроенными на противостояние с вражиной. Непонятно, правда, пока мне, как эту дверь открыть, но я думаю, что сейчас найду, вспомню. Я все-таки уверен, что это не какой-то глюк такой, знаете, досадный, который вдруг внезапно появился. А это все-таки какая-то это... недоработка, недогляд какой-то с моей стороны. Потому что что-то там как-то там несложно все должно быть. Вот. Есть там баги, конечно, есть глюки. Но вот в данный момент я вроде все делаю очень даже как надо. Вот. И не должно каких-то косяков быть. Так что мне нужно сейчас просто каким-то образом найти, как спасти Думейна. Вот, и после чего уже можно смело и топать, и гасить Мартинета. Мартинет сам по себе не сложный. Вот, но главную сложность здесь представляет исключительно кривизна геймдизайна. Из-за того, что Лотос с большим трудом и очень криво, очень неуклюже управляется, ей очень трудно вот так вот завести по-быренькому. Заставить запрыгнуть на эти вот пеньки, пока ее обстреливает этот здоровяк. Поэтому пока она вот это там кочевряжется, пытаясь запрыгнуть на элементарный какой-то, на элементарное возвышение, ей накидывают там полную панамку. Вот в этом главная сложность. Это во-первых, а во-вторых, там Мартинет, он сам по себе не атакует, он просто там то ли сдувает, то ли что-то как-то... Короче, он сбрасывает Лотос сверху, и ей приходится лезть заново. И вот это вот, короче, все вот это противостояние, вот это как царь горы, что Лотос постоянно улетает вниз, и ей нужно постоянно оттуда лезть наверх. Только она успеет накидать ему там сама, опять улетает вниз, опять лезет через этого, короче, верзилу, получает люлей, опять сколько-то там накидывает Мартинет, и вот как бы вся борьба заключается вот в этом. Она нудная, в первую очередь ты злишься из-за того, что ты вроде все делаешь правильно, а из-за кривизны управления у тебя это с трудом получается, и каждая секунда промедления это для Лотос дополнительный дамаг, короче говоря. Ну, это все это бесит. Так, ну что, мы опять вернулись к этой закрытой двери. Так. Ребят, точно я вспомнил. Там же Думейн там нам говорил про вот этот вот блок. Про блок. А где? Вот же он, ЕПРСТ. Вот он, вот это яйцо. Блин, его вообще не отличишь от декорации какой-то обычной. Точно, все. Все, нашли, слава богу. Он оказался вообще на виду. Вот, все, втыкаем тит, ждем и освобождаем нашего друга. Как только мы его освободим, он нам помогает справиться с Мартинетом. Я надеюсь, что у меня получится его сразу одолеть, этого злобного гада. Как бы там ни было, игра уже близка к финалу, ребят. Мы подходим к концу. Все, идем к закрытой двери. Сейчас, по идее, она должна быть открытой. И дело сделано. Так, ну-ка. Ну, давай, Лотос. О, все, да, дверь открыта. Заходим. Вуаля, вот он, Думейн. В виде голограммы нас поджидает. И еще несколько оставшихся блоков вместе с ним.
Так, ну что? Надо поговорить сейчас будет с ним тогда, что ли? Сначала уничтожим все блоки. Так, еще там... Нет, все, это был последний. Так, ну вот терминал. Так. Что ж, вот он дом. Теперь, когда я знаю, где меня держали, я могу открыть свою дверь. А это значит, что я могу быть более полезен против Мартинета. То есть, все, мы освободили Думейна. То есть, я единственное не понял, как он это... кто он вообще? То ли его разум каким-то образом был Мартинетом порабощен, вот таким, ну, что он находился в таком неком стазисе, подключенный к программе где-то там, этот Думейн. То ли это вообще Думейн, это на самом деле не человек вовсе, а компьютерная программа, но нет, вряд ли. Скорее всего, это на самом деле просто человек. Если бы это была компьютерная программа, то такие вольности вряд ли бы она себе могла позволить, блин. Она была бы полностью подчинена Мартинету, не изъявляла бы собственные какие-то мысли. Скорее всего, это все-таки человек, который просто попался в ловушку, вот эту вот киберловушку, и стал заключенным вот в этом... Ну, то есть вот где-то там он лежит в какой-то там, на каком-то кресле, подключенный к виртуальной реальности, а выйти оттуда не может, потому что его в плену как бы разум содержит. Все, ладно, бежим наказывать нашего врага. Мочить Мартинета, ребята, идем. Наконец мы прорвались к нему. Итак, только у нас ничего нет. Ничего не спрятано нигде. Нет, Мартинет жаден, у него вообще в интроспекте вообще нет ни одного оружия. Ни одной аптечки. Хочешь, где хочешь, там и ищи. Ладно, вперед, прорываемся. Вот он, гад. Он нас мочит, короче, со всех... Все, что у него есть. А я никак не могу на кнопку нажать. Кстати, вот здесь, вот, где Лота стоит, можно легко от него прятаться, но смысл тоже там долго сидеть. Вот, все, я оказался в безопасности. Теперь лезем на лесенку. И мы предстаем перед нашим врагом. Вот он висит, этот пузырь. Что-то я взорвал. Захотел, зря это, наверное, сделал. Нос. Нус. Мы по нему стреляем, но я не знаю, урон ему наносим или нет. О! У нас начался диалог. Эй! Какого хрена тебе нужно? Я Мартинет, разоблачитель всего сущего, получивший тело от вашего вида. С этим телом и ключами от твоего тела я доведу эту вселенную до конца. О боже, он одержим. Внутри тебя есть тайна, решительность и сила. Ваша наука дала мне возможность сделать то, что изначальный создатель оставил для вас и только для вас. Всеобщее самоубийство, быстрый конец долгим страданиям. Если бы у вас было время, я полагаю, вы бы устроили танец в честь этого события. Ублюдок. Он говорит о темных шифрах. О конце вселенной. Я думаю, он просто хотел править миром. Ну а потом игра у нас опять повисает, точно так же, как и после диалога с Коронадо. Поэтому эту проблему также можно решить, как и с Коронадо. То есть, сохраняетесь на этом месте, потом включаете запись, и игра у вас продолжается. Ну, пообщавшись с Мартинетом, какое-то странное ощущение создается. Так, это он меня сдул сейчас. Мне придется опять лезть. Короче говоря, перед нами обычный какой-то захватчик, блин, власти. Ну, это Лотос такой вывод сделал. Я думаю, вывод она сделала логичный, потому что Мартинет, вся цель Мартинета заключается в том, что просто уничтожить человечество, и все. А для чего, он как-то сильно не объясняет. Конец страданиям, конец мучениям. Ну, может быть, он сделал такой вывод логичный, что человечество постоянно какую-то дичь творит. Поэтому нужно от него просто избавиться. В принципе, и в Гиперионе была та же... У искусственного интеллекта была та же, как бы, причина. Он тоже хотел по максимуму использовать человечество в своих целях. А потом, когда оно перестал в нем нуждаться, просто-напросто его решил полностью искоренить. И самому основать свою собственную цивилизацию на месте человеческой. То есть заменить собой человечество. Может быть, здесь то же самое.
Вот, я, правда, не пойму, с какой надо ступеньки стрелять, чтобы причинять какой-то урон Мартинет. Но если он не сдувает, значит, я, скорее всего, в него не попадаю. А вот если, да, вот стрелять с самой верхней, вот, тогда я в него уже могу попасть, но он меня быстренько сдувает. Угу. Ну, по крайней мере, я его дамажу, уже это понятно. Вот. Ну, несколько разочаровал Мартинет. Мне кажется, мог бы побольше, пооригинальнее что-то он придумал. Нежели просто какое-то банальное уничтожение. Расшифровка человеческого генетического кода, чтобы просто банально уничтожить человечество. Все, Мартинет готов, мы его взорвали. Но с другой стороны, это понятно, почему он его расшифровывал. Его цель была... Короче, его цель была узнать, как, в чем заключается вот эта нелинейность человеческого сознания. Он хотел, чтобы машины тоже владели этой нелинейностью. И, соответственно, были более... крутый, короче говоря, он этого добивался. Ну, в принципе, логика есть, какая-то некая логика есть. Так, Мартинет, что ты долго больно крутишься? Есть, все, взорвался он, наконец. Наконец он готов. Вот так, Лотос, он мертв. Это научит его играть с человечеством. Что до меня, то я свободен. Это было здорово, но не обижайся, Лотос, у меня была плохая компания. Я думаю, будет лучше, если я уеду из города на некоторое время. Могли бы уж мультик записать, чё так концовку-то скомкали, интересно. В общем, схалтурили под конец, ребята. Печально, конечно. О, нет, ты никуда не пойдёшь, пока мне не заплатят. Кто, чёрт возьми, подписывает здесь чеки? Это, походу, Лотос уже ему отвечает. Какая меркантильная сволочь, это Лотос. Тоже о бабках все мысли, блин, а не я. Ты только что убила его, или ты не заметила? И если бы я был с тобой, я бы затаился на некоторое время. Ты только что убила группу очень влиятельных людей. К утру за твою голову будет назначена награда. Логично, Думейн, да. Замечательно. Отлично. Ну и проваливай. Занимайся своими странными цифровыми штучками. Ну, если ты мне поможешь, я побуду здесь некоторое время. Мне понадобится опорная точка, иначе мое сознание рассеется. Скоро. Каким-то образом оно у него рассеется. Непонятно. Погнали. Я уверена, что это убьет меня. Отвечает Лотос. Лотос вообще пофигу, убьет ее что-то или не убьет. Она уже вообще... такая... Все ради смеха, Лотос. Отвечает Думейн. И на этом их странный диалог заканчивается. Короче говоря, мы грохнули Мартинета, но дальше наши герои и даже не знают, чем нам дальше заняться, не остановились в тупике. И нам показывают титры. Идут титры и нам показывают... сестру Маклврат. Я, кстати, так и не узнал, кто такие Маклврат. Единственное, что мне удалось разыскать, это то, что Маклврат это фамилия персонажа из книги Вальтера Скотта «Пуритане». Вот, там был такой. Больше нигде никакой информации, что это такое, кто это такие. Вот как-то так. Вот такая игра, ребят. Все, мы ее прошли до конца. Лично мне очень сильно понравилось в нее играть. Надеюсь, вам тоже. Вы тоже получили удовольствие. Мы с вами о многом поговорили, пока проходили эту игру. Обо многом задумались. Где-то посмеялись, где-то ужаснулись, где-то поразмышляли. Короче говоря, я надеюсь, что время провели с пользой и с удовольствием. Спасибо большое, что были со мной все это время. Наблюдали за приключениями Лотос. Вот, и досмотрели это длинное прохождение, все 23 части от начала и до конца. Вы просто настоящие герои, ребята. Ну, а я, в свою очередь, рад, если действительно доставил вам удовольствие этим прохождением и открыл для вас эту незаслуженно, на мой взгляд, забытую и очень хорошую, интересную игру. К сожалению, не доведенную до ума, потому что, как мы видим, что действительно... могли что-то сделать, но не сделали до конца, не реализовали так, как хотели. Но что самое грустное, ребята, мы видим, что финал у игры, во-первых, открытый, и во-вторых, он какой-то реально безнадежный. То есть, возможно, здесь действительно планировался замах на сиквел,
потому что Domain и Lotus решили продолжить совместную деятельность. То есть Domain сначала хотел свалить, а потом Lotus предложил ему как бы остаться, и он принял это предложение. То есть, чтобы помогать ей на удаленке чем-то там заниматься. Заниматься они явно будут какой-то хренотенью опять нелегальной. Lotus, скорее всего, будет прятаться от наемных убийц, которых за ее головой пошлют. Хотя непонятно, кто их будет посылать, если она, в общем-то, убила всех потенциальных заказчиков. Тоже неясно, как бы. Ну, в общем, вопрос остается открытый. А что самое главное, что никакого будущего у наших персонажей как не было, так и не будет. То, что они избавились от смерти, это не значит, что эта смерть не подкараулит их там в ближайшем будущем. Потому что просто жить в этом мире просто иначе нельзя. И что характерно, бомбу из Lotus так никто и не вытащил. Что тоже как бы вот нам намекает на что-то. На весьма грустный финал. Ладно, ребят, еще раз спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели мое прохождение. До новых встреч. Всем пока!